В очередь летучие мыши. В очередь. Пайпер Гиллис и Поль Пуарье, спортсмены, выступающие практически дома. Даром, что партнерша родом из Соединенных Штатов Америки, а Поль из Оттавы, что в Онтарио, что на совсем-совсем другом берегу этой необъятной страны. Ой-ой-ой-ой-ой, а маленькие катки-то, они, оказывается, и на приспособленных к ним канадцев влияют-то более чем. Рубанул по бортику партнер, и в итоге не факт, что даже второй уровень затвизды получат канадцы, да еще и отминусовали их от души. Манько Халявин-то в тройке, даже несмотря на вот эту овацию, которую сейчас устроили Пайперу и Полю. Пайпер и Полю не склоняется партнерша, даже когда ее склоняет партнер. Да, за технику проиграют они Манько Халявину. Второй уровень оставляют на твизбах. Минус такой хороший за... Секцию посадобля, кстати, четвертый. И здесь они россиян обошли, причем обошли здорово. За частичную дорожку шагов третий, как у наших, отплюсовано лучше. По твизлам никаких шансов. По заключительной поддержке примерно равной оценки, даже у канадцев чуть выше. И опять очень многое будет решаться второй оценкой, оценкой за компонент. Ростислав Синицын и Мартин Скотницкий уже готовы наблюдать за своими фигуристами Нелли Жиганшина и Александром Гажи. Ну а мы пока ждем, что арбитры в итоге выставят за компоненты канадскому дуэту.
Полетел Бэтмен. Много нынче классической музыки мы услышим в коротких танцах. Тут будет, конечно же, и, естественно, Петр Ильич Чайковский, и Римский-Корсаков. В этом «Капричо Эспаньол» мы услышим, я думаю, еще неоднократно. Про «Кармена» говорить не приходится. Испанские овертюры «Глинки» тоже, безусловно, будут звучать по ходу нынешнего сезона. В общем, «Латино» правит миром. При том, что, собственно, Пасадобль родом из Франции, а отнюдь не из Латинской Америки. Да, вот сейчас видят, судя по всему, на мониторах спортсмены то, что они там натанцевали в твизлах. Да, да, было непросто это пережить, посмотреть на себя со стороны. Каждому полезно. В общем, вы поняли. Майкл Халявин первый, при том, что второй оценкой они проигрывают уже двум дуэтам. Индийский рассказ у партнерши. Veuillez accueillir les prochains patineurs représentant l'Allemagne. Не густо зрителей-то на трибунах. Неужто не любят танцы канадцы или до сих пор все скорбят по отсутствию в нынешнем сезоне